Привет, YouTube! Вы на канале Галина Пчелка. Сегодня опять будем рукодельничать. Мы с Мишаней задумали очень интересную идею с вот такой вот баночкой. Если вам интересно, что же мы задумали с этими палочками и вот этой баночкой, смотрите дальше. Обклеиваем эту баночку какой-нибудь тканью или бумагой. На банке, поскольку она скользкая, плохо держится вот такой вот термоклей. Поэтому я делаю подложку из ткани. Теперь наша ткань будет держаться, это во-первых, а во-вторых, будет держаться все, что будет приклеиваться на ткань. Хочу обклеить баночку вот такими палочками, полностью по периметру. Приступаем! Ваза в эко-стиле. Можно вскрыть лаком это. Но, честно говоря, мне очень нравится вот такая текстура. Поэтому я продолжаю оформлять. Отрезала лоскуточек мешковины. Ну и осталось в нашу вазу в эко-стиле добавить какую-то изюминку. Вот эта трикотажная косичка будет хорошо. И вот такая стильная ваза в эко-стиле у нас получилась. Кстати, хочу сказать, что поскольку это банка, можно ставить сюда живые цветы и можно ставить икебану. Вуаля! У меня есть еще вот такие палочки от мороженого. Ими можно обклеить горшочек с цветами и тоже будет красиво. Вообще идей куча, только бы времечко. Очень приятно было поделиться с вами тем, что получилось у меня. Дерзайте, если у вас есть какие-то идеи, пишите и будем вместе воплощать. Кстати, нас уже больше 20 тысяч, поэтому следующее видео – конкурс. Не пропустите. Пока, друзья!